деревья, которые сросшие в аварийном состоянии, вот это чтоб снести. Некоторые наши граждане города понимают по-другому, что если вот определили, что будут у нас снос аварийных деревьев, ну, это значит, уже говорят, вот сносят все деревья. Но надо не играться на этих словосочетаниях, надо и правильно понимать, что живые деревья в рамках этой программы никто не собирается рубить. Только аварийные, которые представляют на сегодня опасность людям. Я учитель биологии школы 50. Мы участвовали в международной программе «Зеленый флаг». Это для детей программа. Хотелось бы каких-нибудь, вы нам порекомендовали спонсоров. Материал дайте мне по этому, по «Зеленому флагу». А у меня с собой нет. Ну, передадите. Хорошо.